Вайпались, и все было бы чудесно. Ярик, воскрешайся. Давай, Симони тебя. Ну, кони, мексы. Ну, да, вот я же говорю, делайте просто выводы и все. Все хорошо, идем, ДПС более чем хватает, просто вот надобность в профи, там и все. Просто Протеус болел 3 дня, поэтому он не смог прийти. Там же он пошел, и нормально было все. Видите, поэтому... Так, Ярика... Ярика засумонили. Потом Рафаэль уже, потом... Это, на Хейгане не так много времени потеряли. На Хейгане, типа, на Хейгане мы упали, потому что просто упал этот босс, забагался и все. Ну, и в том времени меньше потеряли, чем на конях. Почему, почему я не могу призвать? Сейчас. А, вар был же, вар был, поэтому он не мог сумониться. Че? Давайте, нажимайте, нажмите, нажмите, пожалуйста. В модификациях выйди с персонажей, там в модификациях можно его выключить. Ярик, ты улетел? Вроде как засумонили. Да что она не приходит, я не понимаю. Еще раз вот сумоню тебя. Давай. Пробуй залететь сам. Ну, все, давайте баф, ребята, баф поедем. Ребята, фласки пьем. Это босс, еще на котором нужны фласочки. На следующем я уже разрешаю не пить фласки. Давайте на этом еще пьем. А, Sky в ДД. В хилы точно так же остаются. Диджей, ты на подхвате, если что, вдруг. Так, все, я готов. СС, ждем СС, парни. Ждем СС, я проверяю баф. Рыбы нету на ликсе. Дайте рыбу у кого-то. Дайте рыбу в звезду. Рыбы нету на ликсе, рыбы нету на мутимуте, рыбы нету на кханкуле, рыбы нету на мегалодоне. Давайте рыбу в звезду ставьте. Леша, есть рыба? Все, вон, ешьте рыбу, ребят. Ешьте все абсолютно, чтобы дальше не это. А, можно кто одну фразу на АП продать? Так, к сожалению, нету. Есть на СПД и на танка. Итак. На что? На танка и на СПД, все. Ну, какой камень нужен? Так. Ребята, кто не знает тактику? Кто не знает тактику? Все прям знают тактику, я смотрю. Ну ладно, сейчас посмотрим. Я танчу в звезде. Я танчу в звезде. Я буду анонсить, на ком будет дождь. Вы дождь не несете в рейд. Вы стараетесь как-то выносить так вот сюда, вот куда-то подальше. Но чтобы не зацепило, ну, бегать вокруг хилов. Только не прям в хилов, а просто недалеко, чтобы они могли вас отхилить. Вот, и все. Милики, вы можете спокойно стоять на зеленом круге и бить оттуда босса. Фрейм у босса просто огромнейший. То есть вам не надо стоять прям под боссом. Вот. Еще раз говорю, дождь никто не выносит. Хотите, кто пишите в чат слэш range пробел 10. Когда будет воздушная фаза, босс взлетает. Все набирают дистанцию друг друга 10 метров и просто останавливаются. Не надо бегать, просто останавливаются. Сначала летит первая глыба, потом вторая, и после третьей мы только спрячемся. Как только босс поднялся в воздух, все, набрали 10 метров и остановились. Все, все готовы. Поехали, сейчас посмотрим. Куда он пошел? На полном медведя. Я знаю, что ударил хвостом, я знаю. Лед на ком там? Лед на Пукича. Вижу. Леш и Пукич. И где-то там будет между вами. Диспелем. Скофилд, на тебе, Лед. Он где-то носит его. Что? Почему мы падаем? Зажал. Прохила нет.
Не выносите через хилов парк. Разбежались, набрали рейндж. Набрали рейндж 10 метров. Не бегите аж ко входу, просто наберите рейндж 10 метров. Все. Готовились. Первая глыба. Ждем. Будь здоров. Вторая глыба. Ой, бля, не замутился, спасибо. Ждем. Третья глыба. Спрятались за глыбой. Никипот, реснишь Скофилда. Дашь БР в Скофилда. Никита, найди Скофилда, рейс с него. Лёха, хочешь гулем стать? Опедис, на тебе этот. Динатри, за тобой походу идет. Парни, вот вы вообще не с той стороны бегаете. Перейдите все на сторону, вот туда, куда мы приходили. Динатри, Рафаэль, ладно, все. А, Базука, приготовься встать. Я сейчас, как он взлетит, я дам тебе БР. Сориентируй, пожалуйста, где ты лежишь. Напиши в чат, пока. Я почти возле входа. Возле входа окей. Практически. Окей. Отель, на тебе возможно. Нейтские стоят вот возле них. Бля, я Скофилда поднимаю, ладно. Опять, как вы умираете? Набрали раньше, набрали раньше. Вторая глыба. Спрятались, спрятались за глыбами. Как вы поумирали? А, Тёма и... А, блядь, Тёма, ты... Тёма, как ты умираешь? А, овердоз, Ханкуль, дай гим, дай это там на ману, вердось, дай гим на ману. От Эдиса вердос на вас буря. За кем-то из вас идет буря. За вердосом идет буря. Буря, Skyrain, Dark Devil, Бигуар. Надеюсь, буря, Бигуар. Буря, парни. Void, Void Light, буря. Доктор Зло, буря. Взлетка. Приготовились, набрали ренджу. А после взлетки, Ёж, дашь гин на ману, Доктор Зло, тотем на ману. Первая, ждите. Вторая. Третью глыбу ждите. Не будет третьей глыбы, спрятали. Я понял, кто-то не спрятался. Ёж, гим на ману, доктор зло, тотем на ману. Там чел спрятался, но потом зачем-то выбежал. Это я был, бля, у меня показалась анимация, что уже она упала. А, да, ну типа падает, но... Спри, кукич, кукич, Skyrain. Вижу. Это не на мне. Мути-мути, Skyrain. На Skyrain, скорее всего. Кому-нибудь. На нас. А, так, хилы пока у нас фуловые. Бьем. После следующей фазы, как он сядет, дадите геру. Хильте пока. А, Никита, если есть тиммер, дай вдох. Смекаемся. Ребята, вы далеко убегаете от хилов. Вы просто вот убили. Вот спри убежал сейчас вообще непонятно куда. Вы просто... Я пустом отпил. А, я понял. От Эдис минус, Void Light. Приготовились. Разбежались, набрали ренджу. Спрятались за глыбом. Овердос, сейчас выйдем, дашь гимн на хп. А, уже кто-то крутит.
Давайте Геру, я не знаю. Гнидыч, Гнидыч, за тобой буря идет. Тандерклип. Кукич. Вижу. Кукич за тобой идет. Угу. Ого. Готовились, набрали оранжу. Раз глыба. Два глыба. Три глыба спрятались. Если есть у кого-то сейчас зимну ману или бочка, отдайте, пожалуйста. Не голодон. Ярик, на тебе, буря. Тандерклип. Никита, если есть Синер, найди доктора зло, дай в него. Кукич. Набрали раньше, набрали раньше. Спрятались. Гнидыч, Гнидыч, на тебе буря, Гнидыч, на тебе буря. Void Light, Sky Rain. Я прожмусь на танке, больше хила в рейд отдайте. Не уроните мне просто больше никого и все. Скофил, Тёма, если не вдай на ману. Я на танке прожму, сможете меня не хилить. Тандерклип, тандерклип на тебя. Я на танке захилюсь. Все, разошлись. Рейндж 10 метров, рейндж 10 метров. Раз. Ждем. Ждем вторую. Спрятались. Третья будет или не будет? Нет, спрятались, спрятались, спрятались. Гнидыча сейчас на фул, поднимите мне. Ну ты чё? На локе остались, а Гнидыч остался. Гнидыч, давай, твой выход. Это за порядок. Скофил, скофил на тебе, Тёма. На себя щит и побежал.
Держите мне хилов. Кукича с Кареной поднимите. Атедис Скофилд, Атедис Скофилд на вас буря, Атедис за тобой буря идет. Атедис, Атедис бабу, бабу, братик. Бля. Парни, 6%. Живите как хотите. На секунду, когда БР. Да, 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 да. Если что, дашь в Атедиса. Танка не хильте, танка не хильте. Больше по рейду хил. Войт на тебя, буря. Ой, а теперь надо хилить танка. Я прожался, все, я прожался. Доктор Зло, на тебе буря. Доктор Зло, на тебе буря. Сука. Живите. Бля, можно подхилить, подхилить. Попробуйте, хуй знает. Бля, ну как, ну? Как вообще вы первый раз там пол рейда просто сдохли? Как баб, вы... Бабл, дай бабл, дай, сейчас я встану. А, у меня бабл нет. А, блядь, два, что, в чем? Да тут все очень просто. Вы, ну, приходите, думаете, что вот за вас вот 2-3 хила начинают хилить. Босс, чтобы так не шел, не чаржься в него, просто иди пешком до него. И там вот на зеленом кольце даешь. И смотрите, вот вы видите, вот такой Вася стоит, и слева видит Петя, обрыгивается, бегает, блядь, в ледяном дожде. А Вася ЛМ, блядь, справа стоит, у него дождя нет нихуя, он нажимает 1-1-1 свою молнию, блядь. Нажмите разок, подхильте. Да, выходите. Нажмите, слышно? Нажмите да. Разок, подхильте рейд. Просто умрите все от Сауди, умрите все от Саферона. Не заходите вообще сейчас никто. Просто к боссу не заходите. Все, умрите. Стойте, я скажу, когда заходите к боссу. В данж можете зайти, к боссу не заходите. Короче. Так нас в данжки пускают. Сейчас нет. Он от эвейдится, отойдет босс. Заходите. В общем, понятно, что я имею в виду. Я сейчас покажу. Итак. Сейчас. Сейчас заходим все. Босс простой, не надо вешать здесь все на хилов. Здесь эрдру нету. Один эршам слабый. Ханкуль в одного весь рейд не захилит. Итак, ребята. Вот дальше звезда. Сейчас, раз. Дальше меток, чтобы никто не заходил. Играйте до меток. Вот у вас пол комнаты. Поделите комнату на пол. Играйте на этой половине. На той стороне, чтобы я никого не видел. Создайте полукольцо. И все, станьте этим полукольцом. Вы можете стоять хоть в одной точке до тех пор, пока он не взлетит. Потом только на взлетке вы можете расходиться. Но набирают раньше, чтобы вот этот вот Blizzard эвейнить. И все. По поводу того, что куда выносить. Ребята, вы носите вот, вот сюда, вот-вот, вы по краю бегаете, вот. Вас более чем достаточно. Вот тут, вот, вот сюда, вот на край этот выносите, не убегайте от хилов. Потому что туда Рафаэль вообще убежал уже на этого, на Келя. На ту сторону вообще не заходите. Играйте до меток. Вообще туда не надо. Вот зеленое кольцо, метки и вот этот вот край платформы. Все. 2% не добить. Да мы должны были падать еще минут 5 назад. Мы хуйней занимались. Так мы убили почти. Ну, блядь. Позорное убийство. Давайте, баф. Ну, я надеюсь, Тандерклип, Роланда услышали. Йош, Скофилд, Никипоц тоже не стремайтесь подхилить. Вы будете дольше на минуту его бить, но никто не сдохнет. А так ребята, в 5 человек играть нахуй это надо. Рыба стоит, ешьте рыбу. Ешьте рыбу. Динатри, что ты постоянно улетаешь?
У нас есть Джифс, не надо никуда улетать. Джифс КД 25 секунд. Да есть еще он, ударка есть, и Джифс. Да, и знак слабый. Джифса поставили, починитесь, кому надо. Фристы дайте баф. Фристы маги дайте баф. Кулак по рогам. Кулак Навара. Все готовы, ребят? Все, поехали. А где первая аура на броне? Ну вот, он все равно туда выходит. Как ни крути, я вот подошел к нему пешком, он все равно туда выходит. Давайте Геру сразу. Геру с пула. Данжмастер Жумерс. Близзард. Близзард, парни. Близзард, Близзард. Динатрий, Бигвар, Мути-Мути. За мной нет. Рафаэль, не беги на ту сторону, я тебе говорю. Сейчас будет фаза. Никита, дай БР, пожалуйста, в данжмастера, я в дарка это трэблю. Набрали рейндж. 10 метров. Набрали рейндж. Первая глыба. Ждем. Ждем. Вторая глыба. Ждем. Спрятались за глыбами. Выхиливайте пока рейд. Кукич, Ликс. Что-то всем плохо. Гниды. Бейте, бейте. Помогайте хилить просто, нормально будет. Skyrain, Sexy DJ, Dark, Dark. БР нет, да? Никита, тебе должен был БР. Динатрий, Спри. Динатрий, Спри, Skyrain, Dark, Blizzard, Leaks. Авердос от Эдис. Секси диджей, Ликс. Авердос сейчас упадет. Минус Авердос. Вот кто? Зачем вы переходите на ту сторону? Я сказал, никто не играет с этой стороны. Перейдите на ту всю сторону. Подняй, рано. Раньше. Вы тупо через... Бежите. Отправили рейндж. Я сказал, набрали рейндж и остановились. Вот вы сейчас, я вот смотрю, вы там просто половина бегает. Реснишь авердоса, Никит. Ханкуль мин. Давай Ханкуля поднимай лучше. Есть? Есть БР, Никитос? Ёж, дай, пожалуйста, доктор, тотем на ману, Ёж, гин на ману.
Авердос упал. Ханкуль, давай бочку. Скофилд, гимн на ману. Сейчас, если вайпнемся, я в ордру пойду, диджей будет танчить. Согласен. Спри, секси диджей, дарк, близзард. Это я говорю, на ком выгоню. Бля, чё это за хуйня такая, бля? Тихо, стопнули флот, набрали раньше. Набрали раньше. Третью глубу ждем. Не бегайте, не бегайте. У кого сгибнули тотем на ману, отдайте срочно, у нас хилы без маны стоят. РДД, помогите хилить немножечко. Я прожмусь на танке. Диджей, за тобой буря. Дарк, за тобой буря. За кем-то из вас. Ханкуль минус. Спрятались. Набрали раньше. 10 метров, просто 10 метров и остановились. Все, остановились. Все стоят на местах. Спрятались. Ну, два хила тут нехуй делать. Ну, падайте. Падайте. Падайте абсолютно все. Пробовать в 6 и пускай этот ДК танчит. Я не понимаю, в чем проблема. Сказал не перебегать на ту сторону босса, побежали милишники. Я сказал, у вас вы в зеленом круге стоите. Не надо стоять под боссом. Зеленый круг — ваша зона. Все. Почему я должен повторять по два раза? Зеленый круг — еще раз, милики. Не заходите к нему, не заходите к Сапфирону. Пока все сюда не зайдут, в данж, никто не заходит к Сапфирону. Нас в прошлый раз убили со второго трая, тут мы не можем убить. Сейчас эрдру попроще должно быть, потому что вообще очко просто, блядь. Омоложение, буйный рост вообще хорошо поможет. Заходите к Сапфирону. Плюс там аура. Вот сейчас протопала нет, а там аура 6% хила, блядь. От эрдру аура будет хорошая на хил. Почему у меня музыка включается? Давайте рыбу. Рыба стоит. Все, кушать.
Вот, видите, зеленый круг. Вот в этом зеленом круге стоят милики. И все. Не под боссом. Бафаемся. Раздаем бафы. Фласка Роланда, фласка Кханкуль, фласка Ликс. Давайте. Дайте под рулям, пожалуйста, МП5. Под рулям МП5 дайте, пожалуйста. Спасибо большое. Помагам МП5. Помагам. И по шаману. Все. Спасибо. Давайте, Арчи, на баку поехали. Диджей, ты в звезде стоишь, танчишь. Стойте, стоп. Динатри фласка еще уже? Да, нужна. Подойди, я вот. Когда он поднимается в воздух, рейнджу 10 метров набрали и остановились. Никто не бегает. Я смотрю, просто вы как тараканы там в РДД-зоне бегаете. Поехали, диджей, давай. Ну вот он просто идет и все, и ему плевать. Забирай его, диджей. Ханкули за тобой. Сразу, давайте Херу. РДД зона, дождь. Разбежались. А, нет. А, да, разбежались, набрали 10 метров. Первая глыба. Вторая глыба. Ждем третью. Никто не сбегается. Третья глыба. Спрятались за глыбами. Посмотри, что делает. Он там близок. Понятно. В родной зоне. Я дал тебе имя. Спрятались. Разбежались. 10 метров. Никто не сбегается. Просто 10 метров наберите. Спрятались за глыбом. Пиздец, глыбы далеко, ебать. Бабл. Бьем босса. Мути, за тобой буря. Thank you.
Ликс, Пукич. Да это за Дарком. Или за Ликсом. Понял. Какая хуй разница, просто бегите. Не, просто они под меня подходят. Тоже беги. Приготовились, рейндж набрали. Никто остановились. Рейндж набрали и остановились. Первая полетела, третью. Ждем третью, только потом начинаем сбегаться. Все, спрятались. Конкуль, приготовься дать сейчас бочку. Скофилд, гин на ману, конкуль тотем на ману. Буря, Данжмастер, Пукич. На мне. Или нет? Данжмастере, походу. Сейчас проверим. Не, на мне. Диджей, блядь, вообще суровенький, вы чё? Гимн, Тёма, дай гимн хп. Блять, все обосраны. Приготовились, набрали раньше, остановились. Третья, спрятались за глыбами. Сейчас как только из-за глыб выйдем, доктор зло, дашь тотем на ману, Ёж, дашь гимн. Блядь, как так? Мути, а чё ты не уходишь за глыбу? Ёж, поднимаю. Ёж, давай гимн на ману, доктор зло, бочку давай нам. В РДД зоне, за кем идет? Опять в РДД зоне. Тандер, клип за тобой походу идет. Выдохните, блять. 6 хилов будем бить. Всегда. Ну пока что. Ники Поцы слез, дай Иннер, пожалуйста, в Ателисе. А, мы убили все-таки, да? Я помню. Итак, смотрим. Мне просто, блядь, интересно сейчас. Ключ по роллу уходит. Да, ключ по роллу. Все ролим. А, неплохо я нахилил. Ну, вообще неплохо. Ну вот это не видел давно, вот эту херню на танка, парирование, и это, короче, все кроме Мишки, танки. А тут, блядь, тут, я вообще, я молчу по поводу медведя. Скорее. Вот, вот это кольцо лучше того, которое ты взял с парированием. Да. О, да-да-да, кольцо. Давайте я буду его ролить. Это что, кому надо? Я понял, блядь. Три. Не-не, у тебя основной спек, Мишка. Скай не ролил, поэтому тебе динатрино. Так, Скай, ты хочешь... А, ну да. Да, да, я обратно в медведя. О, слушай, а что там на плечник благородной латы?
Голова без шлема, без метасокета, сани на пол. Может кто-то типа будет ретрика качать лучше, чем вообще ничего. А да, стам. Это танка. Я понимаю, но стам это много. Че, пошли последнего ебанем, да это отдыхать. Да. Ну тут уже столько хилов не надо. Да, типа я с Апфероном типа очень недоволен. Мы в прошлый раз убили его на второй трай, типа. Ну просто как на Латхибе теперь, спекаться в хилат. И все, и спокойно. Так, а давайте. А почему мне решеточку сделать надо, я не понял. Что-что, решеточка? Да, но у меня решетка опущена, пройти не могу. Это на кого? Релок, релок. Релок делай. Леша, к пункту ты идешь? Леша, давай быстрее. Делайте релок все, кому надо, ребят. Рыба стоит. Так. Скай, ты остаешься в ретрике, диджей, ты как вот ты идешь, заберешь на себя этих анубов. Да, да, договорю. Я же думаю, он 4 выдержит. Они по 1000 бьют урона. Там вообще. Они стакают просто. А, это хуйня, они не успеют ничего настакать. До 10 стаков я живу нормально, потом я начинаю охеревать. Оликс, ты перезаходил? Лейкс. Ликс. Перезаходит. А, перезаходит. Ну, на крайняк поставьте шкаф. Фух. Пэтов, ребята, все пэтов сразу, импа вот этого, и вводя пэтов в пассивный режим, чтобы они сейчас никого не били вообще. Пока келли не начнем бить, чтобы ваши крипы никого не били. Только когда будет босс, тогда уже будем всех бить. Так, я проверяю баф и начинаем, стартуем. Фу, бля, писать хочу, капец. Так, есть. Все, в принципе, фласки тут уже до сраки. Давайте подходим к медведю. Подходим. К метке подходим, ребят. В метку все становимся. А проверку давал? Все готовы? Сейчас, да. В метку все становимся. Все же подошли, вроде все есть. А, сейчас, секунду, я, блядь, хилбот себе, блядь, оттяну. Что-то он у меня... Ладно, не оттяну. Все. Раз, два, три. Идем в центр. Поехали в центр. В центр, в центр. Идем все вместе. Не спешите, Леша. Давайте. Все, в центре стали. Милики играют только в больших, Пуджей, РДД играют во все остальное. Скелеты и банши ваши. Я поставлю метки. А что, скелет такой быстрый, это нормально? Бля, диджей, я же надеюсь, ты без червей? Диджей. Без. Фух, слава тебе, господи. Все. Так, побейте пока без меня, я быстро в туалет сбегаю. А что спулило скелетов? Сова. А, бам, блядь. А что произошло? Ебать, Олег. Пачка скелетов. Сейчас он охереет, когда пописывает. Он пописал, а мы обосрались. А, я понял. Как дела? Я понял. Тут камикадзе. Старфол? Реально Старфол Загреб?
10 скелетов прибежало на скорости света. Я видел, как бил этих мобов там. Я подошел немного помочь. Начинает толпа на нас бежать. Так, ребята, подходить никуда не надо. Стоим все в центре. Правые скиллы, блядь, вообще забудьте. Вообще, ни семя свое, ни молнии, ни старфол, вообще. Повыкидывайте с панели, если, блядь, кому не надо. Хотите сейчас еще часик посидим? Давайте сейчас каждый, блядь, будет вайпать и все. Так вы учтите, что у Ханкуля уже 3 часа ночи, человеку завтра на работу, и у Славы 3 часа ночи. Как вам такой расклад? Нравится? Поэтому давайте закроем уже и все, и разойдемся все отдыхать. Ребята, которые, это я за двоих знаю, у которых плюс 4. Все остальные с России, у которых может быть плюс 2, плюс 1. Мне в Киеве похер, у меня только 11 ночи. Массовые скиллы вообще не юзайте. Пэтов тоже, блин. Хотите пэтов вызывать уже только когда будем келли бить. Это вообще, это манекен, а не босс. Пришли, рыбу, фласки выпили, пошли, все. Не надо никуда бежать. Все стоят в центре, просто тупо в центре, и все. И сами к вам подойдут. У нас два ШП, которые замедляют скорость передвижения. Давайте ждем всех, бафаемся и начинаем. Я же говорю, массовые скиллы поубирайте сразу. Просто поубирайте. Все, даем. Нет, стоп, кого нету? Скофилд бежит. Типа вот мы сейчас сидим вот ровно 4 часа. 4 часа 15 минут, может быть, или 4 часа. Это очень неплохой результат, как для людей, которые вообще не сыграны. В прошлый раз мы, блядь, сидели 3 дня тут. А могли, если без этого всего, могли бы чуть-чуть раньше, на полчасика это все сделать. Ждем Войда и даем баф по рейду. ШП то же самое, массовые не кастуйте. Все единичными бьем. Все, давайте баф по рейду. Фласки тут можете уже не пить, просто дайте баф. Шлем Void Light, шлем Overdose, каски. Палы, дайте каски. Дайте каски по пристам и каски по паладинам, дайте, пожалуйста. Рыба Шумский. Без рыбы. Рыба Void, рыба Overdose. Overdose офнулся, куда-то перелогается. Дайте еще, пожалуйста, приста баф, потому что на Void нету ни одного пристовского бафа. Спасибо большое. Боженька там вам не забудет. Где там Overdose? Он есть в Дискорде? Блин, сейчас же только начнем, он зайдет. Вообще в Дискорде он есть? Да вроде не видно, если такой же ник. Ну, у него такой же ник, просто в офнутых смотрю. Да, он в офнутых. Значит, так ебанем. Все, все готовы. Ребята, давайте до ЮРЧ и погнали. Тут, блядь, даже хилить толком нечего. Все, поехали. Раз, два, три. Побежали все в центр. Побежали. Ну, там такое не прохиливается, когда 15 лет забегает. Что это, блядь, такое? Дай БР Войда. Войда, подними мне Никита. Подхилить. Хильте. А, дай Войду иннер. Я вот эти создал иннер. Вон парни с печенья идет, скелет.
Все. А у Е никто не бьет. С квадрата идет. С квадрата. Сразу рыбав. Печенье опять идет, печенье идет. Рыбав по рейду дали сразу кресты. Сразу у нас выпало два хила. Дайте рыбав им, пожалуйста. МП5 им все, дайте. Ромб, ромб идет скелет. В ромбе идет скелет. А с черепа идет банша. С черепа с трусов идет скелет. Так. А, пуч. Пуч. Может быть, может, забагались. Так, ромб, ромб, скелет, печенье, скелет. Луна, скелет. А, череп, скелет потихонечку выходит оттуда. Звезда, банша плывет. Баншу сразу все сыграли. Квадрат, скелет вышел. В баншу. Луна, скелет вышел. Трусы, вышел пудж. Пуджа сюда. Так, крутимся. А, квадрат, два скелета, три скелета, четыре с квадрата идет. Не спешите, не спешите. Кто масухи, блядь, юзает? Локи, как вообще дела у вас, а? Череп, череп, близко скелет, череп, близко скелет, ордлу. Хорошо. Банша с печенья, хорошо. Трусы скелета, трусы скелета. Луна, луна, ром. Луна, ром. Печенье идет банша, ребята. Череп идет скелет. Квадрат идет скелет. Ромб идет скелет. У нас, блядь, два ШП там вообще мобы не должны подходить. С ромба идет очень много. Ребята, в ромб сыграйте, очень много в ромбе. Потом в луну играйте. С луны идет очень много. Смотрите, с квадрата идет еще банша. Ребята, череп, 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 череп. С черепа еще банша летит. Всяко, Бодя, сливай хп, давай мне ману. Давай еще смелее сливай, на фул ману, блядь, себе залей. Скелет близко. Нет, на тебя. Поехали, я заберу Келя. Добивайте, сначала трэш добивайте. Из квадрата потом банша, пол хп. А, фул хп. Квадрат повернулись, убили. Вышли, о, хорош. Трэш добили, кикаем косты, ребята, Келю косты. Баншу, баншу добивайте. А чё трусы забагались? Выше кто там? Угу. Все, все, давайте играем. Все, не подходите вообще к трусам. Можете пэтов вызвать, варлоки. Взрыв маны на Никипоте. Никита, выйди из рейда. Выйди из рейда, сейчас хлопнешь там пацанов. От Эдис, блядь, от Эдиса дал метну все. Прохилили, прохилили мелизону. Парни, если на вас вешается череп, вы должны выйти из рейда. Может, для этого рейндж 10 и соблюдаю. Ну он только что Никита от Эдису там, блядь, на все хп дал. Расщелина, в мелизоне, в мелизоне, в мелизоне расщелина, аккуратно. Блядь, я только, блядь. А, нет, все, ну все, загорай. Загорай уже, отдыхай. БРФ нету все равно. Расщелина, где? Не вижу, в мелизоне, а, вон, в ордле зоне, окей. Тёма, дай гимн на ману и этот, РДД-зон аккуратно. Гимн на ману, ханкуль, тотем на ману. Мани, скай, выводи, выноси.
Где? В милизоне, в милизоне. Милики, 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 милики. Рахиль лесову. Контроль будет, не пробить. Аккуратно. У меня ДБМ залагал. Не показывает вообще по поводу контроля и всего остального. Взрыв маны, базука, выйди из рейда. Вынеси, 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 там тебе сейчас щелкнешь всех, блядь. Орландо, поднимите. Гнидыч, сливай хп, давай ману. Прохилили. Прохилили миликов. Вышли милики, аккуратно. Давайте я его сейчас обратно на место поставлю. Взрыв мая. Скофилд вынес. Скофилд вынес. Бейте, бейте. Пока сейчас подспустим ману, дадим еще гимную бочку. Бейте. Милики, 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 милики. Диджей, как выйдут анубы, сразу заберешь их на себя все. Или как выйдут анубы на пульте на диджея, просто их. Вот он их зовет, сейчас они по одному выйдут. Аккуратно, аккуратно. Все, диджей, приготовься забирать их сейчас. Отводи их куда-то в череп туда, я не знаю, блядь, ставь их. Нет, еще не вышел. Вон, диджей, погнал. На пульте на диджея, парни. Аккуратно, милики, 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 милики. На пульте, на совы заберите, парни. В череп их куда-то уводи, нам их нельзя кливать, отведи их просто от рейда, чтобы они нам не мешали. Расщелка, хорошо. Кто там на ком? Гнидыч, вынеси, вынеси эту штуку из рейда, гнидыч, вынеси. Я понял, давай, доктор зло, тотем на ману, Йошу, гим на ману. Давайте сейчас, поехали, давайте, крутим свои расщелина в РДД-зоне. Геру, 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 дайте Геру. Бейте. Давайте, Локи там, блядь, ваш выход. Аккуратно. Диджи у тебя, блядь. Как? Ну это, Таунти, давай, кто там, Гена, три войска. Все. А, ты упал. Так, блядь, да они меня сразу шотнули. Блядь, нет слов, одни эмоции. Падайте, падайте. Заходите, блядь, в расщелину, падайте, там я не знаю. Ну, в центр становитесь. Диджей не увидел под ногами у себя эту лужу и взорвался просто на ней. Ресайте. Ну а стрелу каст сбивают? Что стрела да. Тебе попала? Стрелы все сбили. Тандерклип, подойди поближе, там сейчас могут сзади у тебя за спиной мобы реснуться. Так они не то что реснутся, сейчас просто запустятся и вы сдохнете. Зачем вы встали, ну? Вот запустился. А, нормально. Я понял. Ладно, все. Ну все, блядь, падайте просто, давайте. Идите в пачку трэша, и все сначала инста бегут. Там же нечего бежать, посреди бежим. Ну, челики решили в середине комнаты постоять просто. Гниды, еще не отбегаешь, ты в диси? Иди в трэш, сдохни. Умрите? Черепок на тебя вешается, ты видишь? Тебе надо с рейда выбежать, взрыв маны происходит. Сколько у тебя маны, столько урона наносишь. Кто крейд. За дверями тоже дохнет, и за дверями дохнет. Слышно вообще в DC? Да. Гнидыщик. Я говорил. Все упали. Да нет, нет, не пускают. Я видел, ты два раза не отбежал, тебе нормально. Почему ты так делал? Все, я сейчас запустить должен. Блять, я же говорю, не заходите к Сапфериону, никто не заходит к Сапфериону. Подождите, все, теперь можно. Просто в данж зайдите все и все. И станьте наверху. Вроде все там. Мобов нету, новости. Да, я не, ну, типа,
Я не знаю, вы вот типа как-то стоите, вот, блядь, либо вам лишь бы, блядь, побить босса. Вот, ну, я не знаю, идите, блядь, в агримар манекена бейте, если хотите, вот, то если у вас такой фетиш. Сговорил же, выйдите из рейда, почему, ну, типа, блядь. Шарник и кабельный. А там по очереди надо, он не пускает сразу всех. Укич, что за фигня? Или зоне красную метку не видишь? Даня, как ты вообще заслакал? Я не знаю, смотрите. Да, бля, у меня камера далеко отдалена, и у меня потолок был, понял? Я просто не увидел из-за этого. Немножко прибавь камеру. Смотрите, блядь, под ноги себе. Если на вас череп, выйдите из рейда. Он кидается только на персонажей, у которых есть мана. У которых нету маны, можете забыть про него. Все остальные должны выходить из рейда. Все. Тут это элементарный босс. Вынесли череп из рейда подальше от своих, и все. И не стоим вот в этой вот красной метке. Она там, блядь, секунд 6, наверное, а потом взрывается. Извращенцы какие-то. Прошлую 25-ку вы, блядь, проходили 3 дня, но зато вы со второго раза убили Сапфириона и с первого раза вы убили Келя. Там немножко другие люди еще были. Сегодня у нас ваза нет. Там, получается, и в нашем рейде, и в этом не было. Да, большинство тут тех же самых. Ну, типа, Тандерклип со мной был в прошлый раз. Ежа не было, Гнидыча не было, Базуки не было, Роланда не было, Билвара не было, Спри был, по-моему, Пукич был, Ликс был, все, ну... То есть, ну, тут буквально 5 человек не было в прошлый раз, и все. Давайте, кого там еще, кто там? Гнидыч, давайте. Давайте, рыбу бафаемся. Босс, блядь, легче, чем Сапфирион. Давайте, Павло, раздавайте баф. Каски, кулаки, МП5. Скай, Скай, дай каски, пожалуйста. Абсолютно по всем. Скай, ты тут? Тёма. Дай каски, пожалуйста. Давай, Майи, Майи, ДК, ДК. ДК, все, ДК осталось только. Давайте Арченова этот. Сейчас теперь опять будем, блядь, бить трэш, потом опять босса. Давайте, все готовы.